После того, как пандемия коронавирус привела к падению спроса на нефть, британская компания была вынуждена сократить расходы в этом году на 25%. Британская нефтяная компания сократила около 15% своих сотрудников в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а также в рамках адаптации тенденции перехода на возобновляемую энергию. По словам генерального директора Бернуарда Уни, сокращение закроет около десятки тысяч человек. Большая часть увольнения пройдет к концу 2020 года. Сейчас в компании числится 70 тысяч сотрудников. В основном сокращение коснутся людей, занимающих руководящие должности. Пятая часть сокращения придется на Великобританию, где работает 15 тысяч сотрудников. Сокращение рабочих мест является частью плана сделать компанию более компактной, быстродвижущей и низкоуглеродной компанией. А коронавирус только ускорит наши планы по переходу на низкоуглеродистую энергетику, отметил Уни. Кроме того, компания планирует к концу 2021 года получить экономию средств в размере 2,5 миллиардов долларов за счет цифровизации и интеграции своих предприятий.